Развитие воображения. Тематический комплект, основанный на программе Джима. Сайт dioma7d.ru. Раздел «Шарнир кардана». Известно, что соединение или шарнир кардана передает вращение от одного вала к другому валу в ситуации, когда между этими валами есть угол. Эта ситуация была типична для автомобилей 20 века, когда двигатель был зафиксирован, а колеса могли поворачиваться. Один из валов вращает внешний привод, например, вал А. Второй вал вращается благодаря вращению первого. Валы заканчиваются некоторыми крепежными хомутами, которые здесь показаны в виде полукруга. На хомуты с возможностью вращения установлены оси BC и B'C', отрезки здесь. Эти оси взаимно перпендикулярны и формируют некоторый крест или квадрат или еще какую-то жесткую конструкцию, которую описывают следующее уравнение. Векторы попарно перпендикулярны. Чтобы понятнее было, зайдем в рисунок. Перед нами рисунок, в котором мы можем поворачивать ось, меняя угол альфа. В этом рисунке мы можем изменять угол бета между осями. Мы можем разворачивать конфигурацию, рассматривая ее в разных направлениях. Делать повороты. Смотреть, проверять, действительно ли там перпендикулярно. Мы можем смотреть перпендикулярно квадрату и убеждаться, что действительно оси квадрата взаимно перпендикулярны, а фигура является квадратом. Разворачиваем, смотрим, исследуем, крутим. Ну и, наконец, надеюсь, понимаем, как устроен шарнир кардана. Спасибо.